включение... Нет, спальник! Спальник космонавтов на Международной космической станции. Друзья, итак, наш специально приехавший из Германии капитан Немо Вадим Ганжа. Включай спальню, управление! Сейчас покажет вам спальню и управление космонавтами на дистанции. Итак, для вас будет исполнен электронный гимн из цепи электронной музыки, которая называется «Сны на подводной лодке», потому что мы находимся у Боцмана, и эта программа посвящена специальному Новому году. Но во время этой музыки вы можете спать, есть, медитировать, танцевать и проводить конкурсы. Итак, давайте поприветствуем капитана Немо! Несколько человек из нашей компании записали предварительные голоса, которые он будет микшировать. Те из вас, кто отгадают звучащие голоса, получат уникальные призы от капитана Немо. Итак, мы начинаем. Рубильник включи, да, зовут. Да, врубаем рубильник. Не-не-не-не-не-не-не. Вот Ася должна... Голоса, слышу голоса. Понятно.
инопланетянок. Я не вижу. Причем? Две инопланетянки. Космос, вы... А все, я уже принимаю. Произвожу стыковку, космос, произвожу стыковку. Чьи
голоса звучат, чьи голоса вот у сидящих из нас здесь звучат? Наши! Да, вот ответ на один. Наши голоса! Женский голос, чей женский голос звучит? Это Дина была. Дина, нет. Собачка Дина.